На Кубани выявили новый штамм коронавируса «Омикрон», причем у жителей, которые не покидали пределы региона. За состоянием этих пациентов сейчас наблюдают медики. Основные симптомы «Омикрона» очень похожи на сезонную простуду. При заражении появляется сильная слабость и головные боли, а вот обоняние и вкусовые ощущения теряются реже, в отличие от, например, «Дельты». Велика вероятность, что признаки ковида появятся уже на следующий день, либо же через день после контакта с инфицированным. В целом, похоже на типичное ОРВИ. Повышение температуры до 38 и выше, ломота в мышцах, суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита. Если вы нашли у себя эти симптомы, то необходимо как можно быстрее изолироваться и обратиться за медпомощью. Так чем же отличается омикрон от дельты? По данным Центра имени Гамалеи, летальность нового штамма намного ниже, чем у других вариантов. Но при этом, как говорят японские ученые, он передается в 4 раза быстрее. Наиболее высокий риск заражения от находящегося рядом человека с респираторными симптомами. И еще одна особенность – омикрон поражает средние дыхательные пути, в отличие от дельты, где атака идет на легкие. В центре имени Гамалеи рассказали, что омикрон нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых пациентов без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни. Омикрон уже бьет рекорды, растет число госпитализированных по всему миру. Например, в США в один из дней на неделе в больницы попали 135 тысяч человек с коронавирусом. Половина случаев – это новый его вариант. Всего же омикрон зафиксировали уже в сотне стран. В России новый штамм обнаружили уже более чем в 40 регионах. В Москве эта мутация уже стала доминирующей, где общая суточная заболеваемость ковидом приближается к рекорду за все время пандемии. Чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости, по всей стране усиливают меры безопасности. Системы здравоохранения регионов, в том числе и Кубань, вновь готовятся работать на пределе возможностей. Больницы уже перешли в режим повышенной готовности. Локдауна пока нет, но изменения в жизни людей уже есть. Сотрудников переводят на удаленку. Напоминаю, защититься от вируса можно только с помощью вакцинации и соблюдения антиковидных правил. Носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию. И добавлю, на сегодняшний день 86% китайского населения привиты от коронавирусной инфекции. И по заявлению китайских вирусологов, с точки зрения теории, можно считать, что страна достигла уровня коллективного иммунитета. Препарат от коронавируса ковид-глобулин, созданный на плазме крови переболевших, успешно прошел клинические испытания и получил одобрение Минздрава. Разработало лекарство холдинг Ростеха, и оно в ходе клинических испытаний уже подтвердило свою эффективность и безопасность. У 70% больных коронавирусом, получавших этот препарат в составе комплексной терапии, снижался риск тяжелого развития болезни. Как отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемизов, теперь в арсенале российских медиков есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса. Активная – это вакцина, и пассивная – иммуноглобулин. К вакцинации подростков от коронавируса, как сообщает региональный оперштаб, готовится Краснодарский край. Вакцинация будет проведена на добровольной основе, и уже сейчас в образовательных учреждениях начали сбор письменных разрешений от родителей на эту вакцинацию. Перечень противопоказаний для вакцинации от коронавируса уже утвержден. Несовершеннолетних с наличием инфекционных и обострением хронических заболеваний можно вакцинировать не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления, в случае наличия простуды, либо же кишечной инфекции, сразу после нормализации температуры. О местах проведения вакцинации будет сообщено дополнительно, как только будут налажены регулярные поставки в регион. Со слов министра здравоохранения Кубани, вакцинация подростков будет проводиться в 2 этапа вакциной «Спутник-М». Дети, со слов медиков, стали заболевать коронавирусной инфекцией все чаще, и течение болезни у несовершеннолетних протекает все серьезнее. Я напомню, режим повышенной готовности в крае продлен до 1 марта. Жители и гости Кубани должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания. И также сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Сейчас сделать прививку от коронавируса в Краснодаре можно в 60 пунктах. Среди них прививочные кабинеты в поликлиниках и мобильные центры. Всего же в крае от коронавируса привились более 2 миллионов 800 тысяч жителей.
5 районов Кубани, как видно на карте, представленной оперштабом региона, выполнили план вакцинации от COVID-19. В столице массовая вакцинация продолжается, и по сообщению пресс-службы администрации города, прививку уже сделали порядка 650 тысяч жителей. В Кореновске открыли акушерско-гинекологический корпус центральной больницы, где будут оказывать комплексную помощь женщинам с гинекологическими заболеваниями, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал поздравил полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов и глава региона Вениамин Кондратьев. Учреждение оснащено современным оборудованием и всеми удобствами для пациенток и их малышей. Как отметила губернатор края, открытие корпуса принципиально важный проект для региона. С открытием современного родильного центра медицинский персонал сегодня приехали поздравить полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Кореновске строительство нового акушерского корпуса особенно ждали. Возводить его начали еще в 2013 году, но позже подрядчик обанкротился и не смог закончить работу. Стройку объекта возобновили. Под особый контроль возведения корпуса взял глава региона. Такую позицию краевого руководства сегодня лично отметил Владимир Устинов. В прошлом году только на реализацию национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» у нас в округе направлено более 84 миллиардов рублей. Очень активно вышеуказанная работа ведется в Краснодарском крае. Строительство нового медицинского корпуса в Кореновске – наглядное это подтверждение. Особенно хотел бы отметить заслуги главы Краснодарского края. Если бы не он, я вам прямо скажу, что у нас это открытие было бы не скоро, а если бы вообще оно состоялось. Поздравляю вас с открытием. Спасибо. 9 лет мы строили этот родильный центр, мы его достроили. Я хочу сказать слова огромной благодарности Владимиру Васильевичу Устинову. Вот результат сегодня налицо. Еще, друзья, важно, знаете, что люди, врачи, которые здесь должны быть, и мы тоже должны собрать тех врачей, которые... Ну, которые талантливые, одаренные, которые могут работать на современной, в том числе высокотехнологичной аппаратуре. А это тоже же вопрос. Поэтому программа заработала у нас, в том числе ипотека для врачей, учителей, социальных работников. И в этом году около 300 врачей получат по 1 миллиону рублей в качестве первого взноса на ипотеку. И это каждый год. Я почему об этом заговорил? Потому что важно, чтобы здесь на самом деле были врачи, которым будут доверять люди. А значит, они должны быть высокопрофессиональными врачами. Знаете, или как говорят, врачами от Бога. Я уверен, здесь они такие будут. Подобная программа поддержки для медиков, учителей и соцработников разработана только в Краснодарском крае. Ведь для региональных властей стратегическая задача обеспечить кадрами все строящиеся социальные объекты, в том числе больницы, поликлиники ФАПы и ВОПы. На здравоохранение Кубани и финансирование не жалеют. Каждый третий рубль из бюджета выделяют именно на это направление. У нас 122 миллиарда рублей в этом году предусмотрено на здравоохранение. Это больше, чем третья часть бюджета. Это в том числе и на эти новые 9 поликлиник, которые мы проектируем и будем начать строить. Это и офисы врачей общей практики, и ремонт и строительство районных больниц. Детскую краевую больницу открываем, новый корпус, который больше по площади, чем существующая детская больница. Вторую очередь краевой клинической больницы номер 1 имени профессора Чеповского. Куда ни посмотри, везде десятки миллиардов. Ну, конечно, здесь темпы надо наращивать, наращивать, наращивать. Надо уже прекращать нам ходить в поликлиники в советские и лечиться в больницах тоже родами Советского Союза. Новое, современное мы должны сегодня строить. Высокотехнологичная медицина должна быть не только где-нибудь, а здесь, там, где мы с вами живем, в нашем крае, в наших городах. Органами государственной власти уделяется серьезное внимание развитию социальной сферы, развитию здравоохранения. В бюджете текущего года на развитие здравоохранения предусмотрено более 42 миллиардов рублей. Государственная программа и национальные проекты предполагают более 69 миллиардов рублей. Демография и продолжительность жизни – это две задачи, которые могут быть решены при таком подходе, который реализуется в Краснодарском крае. Получить полный спектр услуг в новом роддоме смогут будущие мамы сразу нескольких районов. Доступна медицинская помощь для всех и каждого. Один из приоритетов работы региональных властей. Здесь, я уверен, мамочки,
будущие мамочки, не только с Кореновского района, а и с ближайших районов, могут получить помощь, консультацию, необходимую, комплексную, еще раз подчеркиваю, медицинскую помощь в случае необходимости. Это очень важно. Это очень сегодня важно. Мы говорим о демографии. Ну, можно бесконечно говорить, а нужно делать все, чтобы рождаемость в крае, конечно, у нас подымалась. И здесь президент нашей страны Владимир Владимирович делает все возможное в плане поддержки. И на второго ребенка, и на третьего, и на первого уже. Ну и, конечно, здесь медицинская помощь, еще раз подчеркиваю, именно помощь тем, кто хочет стать матерями, должна тоже быть. И не где-нибудь, а максимально близко там, где они живут. Самым важным, это так было всегда, в жизни каждой женщины является рождение и воспитание детей. Ведь именно от этого зависит наше будущее. Здесь, в Кореновске, построен новый родильный центр. Все это сделано благодаря заслугам администрации нашего края. Дорогие сотрудники центра, врачи, я вам желаю помощи Божией, сил, здоровья. Для приглашенных гостей заведующий родильным отделением провел подробную экскурсию. У нас есть два представленных аппарата, которого раньше не было. Это аппарат для электроэнцефалографии головного мозга и аппарат для доплеровского сканирования сосудов головного мозга. Это аппарат уникальный. Таких аппаратов в крае не так много. Мы очень рады, что этот аппарат есть у нас в нашей больнице. Такая просторная палата, светлая палата, ну и много аппаратуры. То есть это говорит о том, что здесь на самом деле очень качественная, современная будет оказываться медицинская помощь. Не в Краснодаре, а вот здесь, в Кореновске. И это очень важно. Но даже самое современное оборудование не работает без людей. В новый роддом сейчас как раз набирают молодые кадры. Медицинский персонал старого учреждения уже приступил к работе. У одной из санитарок гинекологического отделения Марии Гузенко день рождения символично совпал с открытием родильного дома. Ее лично поздравил губернатор. Я очень символично, что у вас день рождения в новом, вот таком современном корпусе, я бы сказал бы, на самом деле, родильный центр, который сегодня очень важен для жизни, для уверенности в том, что детки, которые будут рождаться, если необходимо, будут в максимальной поддержке, в том числе и медицинской помощи, если она, не дай бог, потребуется. Это в днем рождения, чтобы все было хорошо. Спасибо. Масштабная программа модернизации медицинской сферы в регионе продолжится. В этом году в Краснодаре также откроется лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы и вторая очередь первой краевой. И по сообщению в аккаунте губернатора, в среду на свет появился первый малыш. Мальчик весом 4 килограмма 200 граммов, и родители планируют назвать сына Артемом. Помогает детям и взрослым с аутизмом краснодарская благотворительная организация «Открытая среда». В этом году она отметила свое 4-летие. «Открытая среда» – это вера в то, что преграды преодолимы. 4 года усердной работы преобразовали открытую среду из маленького амбициозного проекта в организацию с множеством программ помощи. И одна из них – квартира сопровождаемого проживания, в которую неделю назад приехали новые жильцы. Женя и Влад – воспитанники открытой среды, которые успешно прошли адаптацию и начинают жить отдельно от семьи. Я вот стал первым, наверное, человеком в открытой среде, который уже сам давно начачует. И многие дела я уже сам научился делать. Готовлю часто. Говорят, что комната – отражение внутреннего мира своего владельца. И ребята с энтузиазмом осваивают новое жилье, переделывая его на свой лад. А увлечений у Жени и Влада множество, начиная от математики и истории и заканчивая искусством. Развивать навыки и таланты им помогали волонтеры открытой среды. Здесь больше людей, которые тебя принимают, понимают таким, какой ты есть. Это было в 2021 году еще. Я узнал из радио, мы вместе узнали и с мамой по радио сообщение, что есть такая организация благотворительная, открытая среда, которая помогает людям с аутизмом. Причем мы услышали эту передачу одновременно, находясь в двух разных домах. И через несколько месяцев после этого я... Когда уже стала лестница ходить в театральную студию, это у нас, куда мы ходим с Женей Филипповским. И мы как бы посещаем разные мероприятия, там прочее. У нас день расписан,
чуть ли не поминутно. Аутистические расстройства сопряжены со сложностями в общении. Но, несмотря на все трудности, Женя и Влад отлично ладят друг с другом. Общие интересы и общий быт сближают. Но открытая среда прошла долгий путь, чтобы дать им эту возможность. Идея о таком жилье была всегда. Вопрос был времени и того, какие ребята будут готовы к этому жилью. И вот именно в том году получилось так, что компания, которая откликнулась, они сразу поддержали этот проект и сказали, что мы очень сильно хотим помочь создать инклюзию и поддерживаем такие проекты, потому что любой человек достоин хорошего жилья. Первые маленькие шаги во взрослую жизнь – волнительное событие в жизни любого юноши. Женя и Влад с надеждой приступают к осуществлению своих планов, которые, без сомнения, воплотятся в реальность. Мария Виноградова, Алексей Засепский, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». Почти 3 миллиарда рублей Краснодарский край планирует направить на приобретение жилья для детей-сирот в этом году. Реализацию региональной программы «Дети Кубани» обсудили на совещании вице-губернатора Анны Меньковой с заместителями глав муниципалитетов по соцвопросам. Анна Менькова пояснила, что увеличение финансирования программы напрямую зависит от увеличения цен на недвижимость. В этом году хотят приобрести не менее 1200 квартир. На эти цели выделили более 2 миллиардов. Рублей. Из них 307 миллионов – федеральные средства. На ближайшей сессии Заксобрания края ожидается, что выделят еще 1 миллиард из регионального бюджета. Мы увеличиваем финансирование программы, потому что цены серьезно выросли. Подготовили ряд предложений на имя губернатора по изменению параметров реализации этой программы. Появился срок 1 декабря, к которому мероприятия должны быть завершены. Передавать жилье детям-сиротам в конце года неправильно. Напомню, в прошлом году на Кубани обеспечили жильем более 1500 человек. Финансирование составило 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Менькова призвала муниципалитеты по возможности приобретать квартиры на тех же территориях, где уже живут люди. Не все готовы к переезду в другие районы. Наступивший не так давно 2022 год знаменателен для всех жителей Кубани. Главным событием является 85-летие со дня образования Краснодарского края. В 1937 году было принято постановление ЦИК СССР о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. В состав края вошли 13 городов, 71 район и Адыгейская автономная область. В 1991 году Адыгейская область, входящая в край, вышла из его состава и была преобразована в Республику Адыгея. Территория края сложилась из части территорий, занимаемых до революции Кубанской областью и Черноморской губернией. Сейчас край расположен в юго-западной части Северного Кавказа, входит в состав Южного федерального округа и на северо-востоке граничит с Ростовской областью, на востоке со Ставропольским краем, а на юге с Абхазией. На курортах продолжается акция «Неделя вин Краснодарского края». В мероприятии по продвижению кубанских вин участвуют 188 магазинов и 32 ресторана Сочи, Анапы и Геленджика. По словам руководителя Краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, проведение акции вносит вклад в достижение заданных целей. И также он отметил, что увеличение доли качественных вин способствует минимизации возможного вреда, наносимого здоровью крепким алкоголем, а также повышению культуры потребления. Акция «Неделя вин Краснодарского края» приурочена к зимнему курортному сезону. Она проходит с 25 декабря по 25 января. Акционные вина представлены на полках супер- и гипермаркетов федеральных розничных сетей края. Ну а вообще никакой другой напиток в мире не вызывает столько споров на тему, кто же был первым. Практически каждая страна утверждает, что именно она является родиной забродившего виноградного сока. Ну а те, кто не претендует на пальму, первенство считают, что только они умеют делать настоящее вино. Эта неделя в Краснодаре мы продолжаем. Бродячие собаки – это огромная проблема для России, да и не только для России. После очередного резонансного случая с участием безнадзорных животных ее пытаются решать. Но вот пока не так успешно, как хотелось бы.
Когда читаешь тексты, написанные зоозащитниками и волонтерами, которые помогают в отлове, стерилизации, ну а потом и в поиске хозяев, слушаешь их слова, и кажется, что просто невозможно остаться равнодушным. Посмотрите в их глаза, они же так хотят жить. Люди, которые пострадали от собаки, вряд ли могут присоединиться к ним. Просто есть события и факты, после которых жизнь уже не будет прежней. Просто потому, что на эти вещи ты уже смотришь иначе. Как, в принципе, животные попадают в приют и почему их такое огромное количество не только по краю и стране, а в целом по миру? Давайте разбираться. Муниципальный приют животные попадают только по отлову. Это достаточно тяжелая процедура для собак, но с ней ничего не поделать. С рук в приюты животных не берут, и в частные приюты собаки и кошки попадают в основном с улицы, где их находят волонтеры. Также нередко бывают ситуации, когда собак привязывают рядом с приютом, или же сами неблагополучные хозяева требуют забрать своих животных. Ну, на самом деле, по большей части, да. Есть, конечно, небольшие популяции, ну, по-настоящему уличных там животных, но их реально мало. Большая часть животных – это те, которые выносятся из домов. Люди не думают, они плодят их дома, а потом пристроить не могут, потому что, ну, добрых рук на всех не хватает. И начинаются выносить под кустики приплоды своих там собачек, кошечек, а потом эти приплоды сбиваются в стаи. А потом эти стаи начинают терроризировать, ну, как правило, других людей, а иногда и тех же самых, которые их вынесли. И получается, что вроде как одни делают, а другие от этого страдают. Перед тем, как попасть в приют, животные везут в клинику, где обязательно стерилизуют, иначе бы волонтеры от щенков, как говорится, не успели бы отбиться. Также собаки обязательно чипируются, затем животное попадает в карантин при приюте, и если у нее нет никаких заболеваний, то через какое-то время собака попадает в вольер, где есть свободное место. Все животные у нас вакцинированы, стерилизованы, обработаны от паразитов, отдаются ветпаспортами по договору. Но вот что самое интересное, так это то, что в приют часто попадают в прошлом домашние животные. Большинство волонтеров и руководителей приютов России, с которыми я говорила до этого эфира, твердят одно: мы сами виноваты, мы берем животное, играем, но не понимаем, что это живое существо, за которым требуется уход, присмотр, и да, его тоже нужно кормить, поить и, конечно же, любить. Если приручил, будь добр, нести ответственность. Как сказала одна из волонтеров, к нам привозят в основном здоровых животных, только они грязные и запуганные. Да? Да, чаще всего это животные 80%. Вот даже сейчас у меня в моем втором мини-приюте, грубо говоря, да, они все знают поводок и ошейник. Проблем на самом деле очень много. Приютов катастрофически не хватает, а те, что есть, далеки от совершенства и требуют серьезных изменений. Как, впрочем, и ситуация с бездомными животными. Необходимо строить больше. Животных меньше не становится. Конечно, их нужно больше. Но одно другому не мешает. Как бы могут быть муниципальные приюты, могут быть частные приюты, там какие-то некоммерческие организации. И чем больше, тем лучше. Потому что в нашей стране такой огромный вал бездомных животных, что сколько приютов не строй, ну, по большому счету, они будут все заполнены. Просто попросила волонтеров, а они посчитали. 400 животных было в коробочках выкинуто за месяц. Это только город Красноярск, мы не брали районы. А если взять в масштабах? Ну, возьмите год, ну, пускай там где-то 200, где-то 400, да, ну, среднее это 2-2,5 тысячи выкинутых на улицу. Тема актуальна и для нашего города. Приюты для безнадзорных животных обсуждались в администрации города Краснодар. Эта проблема для города Краснодара актуальна, как, в принципе, и для многих городов. Решать ее нужно на системной основе, акциями этот вопрос можно решить лишь локально, частично. И на сегодняшний день действующее законодательство четко определяет порядок действий, который необходим для решения этого вопроса. Поэтому в городе Краснодаре, считаю, нам необходимо эту систему выстроить. Это должен быть и приют, и алгоритм действий по работе, не по борьбе, а по работе с безнадзорными животными.
каждой стране с проблемой безнадзорных животных борются по-своему. Например, в Израиле, Испании, Чехии, Германии, Франции, Коста-Рике, Сингапуре, Японии, Малайзии и ЮАР предпочитают действовать по программе безвозвратного отлова. Брошенных, потерявшихся, либо же родившихся там на улице зверей помещают в приюты, где вакцинируют и обрабатывают от паразитов. После этого для каждого животного наступает период передержки, в течение которого его стараются пристроить в новый дом, либо же отыскать прежних хозяев. Если по какой-то причине этого не произошло, и зверь остается в приюте, его усыпляют. Всемирная организация защиты животных считает, что такой способ контроля за бездомными хвостами является наиболее гуманным, ведь они больше не попадают во враждебную среду, где их ждет трудная жизнь и мучительная смерть. Но, кстати, и из приюта в этих странах не так-то легко забрать животное. Будущим хозяевам требуется собрать огромное количество документов и подтвердить свою вменяемость и способность обеспечить питомцу хорошие условия. Однако во всех этих странах также существуют приюты, в которых животных не усыпляют. Там звери, которые не обрели дом, спокойно доживают до старости и умирают своей смертью. Правда, эти приюты могут принять строго ограниченное количество животных. У нас в стране некоторые приюты работают по похожей схеме. У нас приют московский, поэтому мы как бы всех пристраиваем в дальнейшем, то есть они остаются у нас. Если говорить о Подмосковье, то там, к сожалению, по ОСВВ идет, то есть отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают, да, с бирками, а у нас все остаются до пристройства. В Швеции, Норвегии, США, Франции, Германии и Австрии введен нешуточный налог на содержание домашних животных. Завести питомца может только тот, кто способен выплатить определенную сумму денег и обеспечить любимцу хорошие условия, включая, например, ветеринарную страховку. И, соответственно, платить в дальнейшем штрафы за брошенное животное. А будет ли работать у нас такая схема? Есть мнение, что мы пока к этому не готовы. Давайте откровенно говорить, что вот у нас тяжело это соблюдать. У нас нет никакого учета за людьми, да, там, кто у кого живет. А, опять-таки, если это будет учет, то, скорее всего, это будет налог. Если это придет к налогу, то на данном этапе до как бы, регистрации животных, животное окажется на улице опять. Поэтому, если это делать, то делать это надо очень супермягко. То есть сначала аккуратненько, чтобы все зарегистрировали, зачипировали животных, да, и дать время освоиться, привыкнуть к мысли, что рано или поздно это будет какой-то налог. Ну и опять же таки, если это брать там людей, которые покупают у заводчиков собак, ну, может быть, там и налог можно там какой-то условный сделать там побольше. Те, кто забирает из приютов животных, ну, наверное, как-то более с этим помягче можно, чтобы, ну, там, не знаю, либо налог не платили, либо какую-то там условную цифру заплатили. Потому что, ну, пока у нас и так не особо мотивирует людей брать животных из приюта. У нас есть команда, мы со всей России волонтеры, те, которые и на местах продвигают эти штрафы, просят там депутатов, законодательное собрание, чтобы они писали в Госдуму, чтобы ввели эти штрафы, чтобы ввели в обязательную стерилизацию животных. Нужно лечить причину. Причина – это люди, которые выбрасывают, не стерилизуют своих животных. Кстати, в Стамбуле нашли еще один способ помощи животным. На улице города стоит креативная кормушка «Вендинг» – автомат для кормления и поилка для бездомных животных. Зарубежная компания придумала оригинальный и креативный, а главное – эффективный способ заботы об экологии планеты. Для того, чтобы накормить, либо же напоить бездомных, собак или кошек, компания установила в городе несколько «Вендинг-автоматов» с кормом. Лоток наполняется собачьей едой тогда, когда человек, проходящий мимо, бросает в урну пластиковую бутылку, либо же другой мусор из пластика. Переработка пластика полностью покрывает все убытки, и, кроме того, хозяин таких контейнеров получает хорошую прибыль. В Стамбуле, как и в других крупных городах, весьма большое количество бродячих, бездомных, брошенных животных. Ну а что, если, например, вот такие аппараты поставить у нас? Как минимум, у нас пока нет такой культуры отношения к животным, вообще, в принципе, к тем, да, кому нужна помощь. И поэтому будет ли у нас это работать, не будет ли, не знаю, разгромлены эти аппараты, как у нас это обычно, да, в России бывает, там все, что стоит бесплатно, там, это надо все разобрать по кусочкам. Вот, поэтому, наверное, в принципе, нападают они же, да, как бы из-за того, что голодные, из-за того, что как бы холодно-голодно.
Вообще, конечно, вендинговые автоматы прочно вошли в нашу жизнь и существуют очень давно. Ведь сейчас просто глаза разбегаются от растущего, как на дрожжах, изобилия торговых автоматов по выдаче-продаже всего, что только можно вообразить. От денег в банкоматах до фруктов, бананов, даже сладкой ваты, ну и так далее. Ну вот, например, в Польше даже придумали вендинговый мяукомат. Он рекламирует кошачий корм, но вот сначала заинтересованному. Человеку нужно громко и жалобно, чтобы вы думали, промяукать в динамик, и вот только потом аппарат выдаст ему кошачий корм. Да, только вот все эти автоматы, налоги и штрафы заброшенных собак, так же, как и бирка в ухе, не делает собаку сытой и доброй. 56,5 миллиардов рублей в этом году составит объем финансирования национальных проектов. Как реализуются задачи, поставленные президентом, обсудили на совещании у губернатора. Вениамин Кондратьев отметил, что эти средства важно трансформировать в реальные результаты. Демография и экология, здравоохранение и образование. В прошлом году только благодаря национальным проектам в Краснодарском крае построили и отремонтировали 1500 общественно значимых объектов. Школы, детские сады, больницы, а также дороги и парки. Как на Кубани выполняются задачи, поставленные президентом, обсудили сегодня на совещании у губернатора. В этом году финансирование нацпроектов составит 56,5 миллиардов рублей. Одновременно в крае будут возводить 60 соцобъектов. Это почти вдвое больше, чем в 2021. Руководителям ведомств и главам на местах Вениамин Кондратьев поручил выполнить обязательства точно в срок и ответственно подойти к подготовке конкурсной документации. 80% государственных и муниципальных контрактов должны быть заключены до 1 апреля и до 1 июня, оставшиеся 20 там, где необходимо согласование с федеральными министерствами и ведомств. Мы должны на самом деле качественно подойти и ответственно к реализации нас проекта. И все. И это, наверное, самый основной залог успеха. Должны строить как для себя, еще раз подчеркиваю, как для себя, вот с таким же желанием, с такой же активностью. Ну, потому что мы, на самом деле, строим свой край, свои муниципальные образования, свои города мы строим для своих детей и внуков. Мы строим больше, чем свою квартиру, либо свой дом. Больше. Мы строим большой дом под названием «Наш край». Ну, это же, кстати, если по-честному, это же почетная какая-то обязанность, если хотите, выпала нам. Вот так кардинально, если хотите, потому что 60 объектов социальных построек, вот так кардинально изменить край. Так давайте это просто сделаем. Давайте просто это сделаем. Есть все для этого. Все. И деньги, самое главное, есть. Деньги есть. 56,5 миллиардов рублей. Только на этот год. По итогам прошлого года лучшие результаты наш край показал по нацпроектам «Культура», «Производительность труда», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство». Раньше срока на Кубани завершили работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Самый большой фронт работ и финансовые вложения достались социальному блоку. Благодаря слаженной и эффективной работе всех результатов по направлениям социального блока, это и образование, и здравоохранение, Министерство труда, удалось достичь. В том числе благодаря правильным управленческим решениям руководителей проектов. Это и централизация закупок, заключение контрактов в установленные сроки, эффективная работа с поставщиками, заключение контрактов на сумму экономии. Это, кстати, тоже очень хороший прецедент, когда, например, у нас экономия по закупке оборудования в школу возникла на 90 миллионов рублей, что позволило нам закупить дополнительное оборудование для этих школ. Затем, как реализуются национальные проекты, следит и краевая прокуратура. Все средства, направляемые на программы, должны быть освоены в срок. Масса вопросов, масса задач, которые в Краснодарском крае требуют решения. Но подавляющее большинство из них не решается по одной простой причине. Это недостаток бюджетных средств. В данном случае мы имеем бюджетные средства в полном объеме. Правильно сделан акцент на проведении служебных проверок с тем, чтобы коллеги, они не просто были проведены, а были доведены до сведения всех заинтересованных лиц с тем, чтобы по итогам 2022 года нарушения уже не выявлялись. В Краснодаре воплощается, пожалуй, максимум национальных программ в разных сферах. Например, в этом году откроют свои двери новый корпус детской краевой больницы и плавательный бассейн на территории города спорта. Также по нацпроектам в столице Кубани строят 9 школ. Застройщики за свой счет возводят еще 14 образовательных учреждений и детских садов. Но все же их нехватка пока ощущается остро. За рабочую неделю 2022 года в городе Краснодаре появилось 90 новых учеников. То есть в школы пришли дополнительно 90 детей за одну неделю. Это 3 класса.
по-хорошему. И, конечно, мы понимаем эту ситуацию. Для того, чтобы решить проблему города Краснодара по школам и хотя бы в две смены, в полноценные наши две смены, нам необходимо построить порядка 60 объектов. Исходя из того темпа, который сейчас мы набрали, в принципе, если мы по году будем постоянно строить порядка 15-16 объектов общеобразовательных школ, мы эту проблему в течение 5 лет, ну, остроту ее снимем, это точно. Иначе особые слова благодарности за поликлиники, которых большой дефицит в городе Краснодаре. И здесь работа с Анной Алексеевной очень плотно построена, с Министерством здравоохранения. Чтобы не было отстающих сфер, федерация идет регионам навстречу в вопросе переноса денежных средств, заложенных в нацпроекты с текущего года на последующий. Однако самоуспокаиваться на этом не стоит, отмечает губернатор. Нужно быть максимально сосредоточенными при выполнении национальных задач. Любой ценой нужно школы построить, детские сады, и спортивные объекты, и парки, и больницы, и клубы. Все это оснащать, делать, ремонтировать. Вот что нужно. Вот что это нужно. Поэтому, конечно, они идут навстречу. А мы не должны здесь самоуспокаиваться и думать, что это выход. Это не выход. Я на глав надеюсь, что эти главы выгрызут победу, выгрызут результат. А у них как-то либо зубы сточились уже, хотя молодые в основном, либо, не знаю, либо клыки не выросли. Непонятно. Мы должны быть одной командой, еще раз подчеркиваю, одной командой. Вот не успокаиваться тем, что это в зоне ответственности того или иного главы муниципального образования, там, либо Максима Сергеевича, либо Евгения Михайловича, либо Светланы Алексеевны, коллеги, либо Анны Алексеевны. То есть одна большая команда. Не выполнить планы в указанный срок значит не оправдать доверие жителей региона, а это в первую очередь репутация Краснодарского края, которую нельзя подвести. Нельзя подвести и жителей поселка Российский. Это часть города Краснодара, которая в свое время построена хаотично. Хаотичная застройка нуждается в благоустройстве, развитии улично-дорожной сети. У нас проблема с дорогами, социальными объектами. Слава богу, вот сейчас начали строить школу. Это слова Екатерины Крупской, председателя общественного совета поселка Российского. Рассчитана школа на 1500 учащихся, возводят учебное заведение в рамках нацпроекта «Образование». Рядом планируют построить детский сад. Одного мало, поэтому чрезвычайно важно утвердить проект планировки территории. Обсудили его актив поселка с главой Краснодара. Одно из предложений – построить еще одно детское дошкольное учреждение на улице Ришельевской. Детский сад там возможен к размещению примерно 350 мест. Угу. Значит, денег на проектирование, значит, не выделялось. Сейчас смотрим возможности. Сколько на проектирование? Ну, примерно 12. Значит, лайфера. Давайте так, да. До конца первого квартала мы должны определиться с финансированием на проект. Да, есть. До конца первого квартала. Чтобы мы в этом году приступили к проектированию детского сада. Есть. Задача понятна. Вкладывать бюджетные средства в развитие инфраструктуры город не мог, потому что часть земель под существующими дорогами была в частной собственности. После утверждения проекта планировки проведут изъятие и можно будет приступать к реконструкции основных дорог поселка. По плану обновленные дороги поселка будут вести в том числе к новой поликлинике, готовят землю и под зеленые зоны. При создании программы развития территории, которую разрабатывают по поручению главы города, рассмотрят все предложения жителей. Краснодарский водоканал и в такую погоду думает, как обеспечить жителей краевой столицы необходимым ресурсом. По словам генерального директора Краснодарского водоканала, в прошлом году компания сделала перекладку почти 13 километров сетей водоснабжения. Ну а в этом году такие работы коснутся еще более 15 тысяч метров подземных магистралей. Один из важнейших для города Краснодара – это планы работы по модернизации сетей водоснабжения, водоотведения. У нас работает в городе один из крупнейших водоканалов в стране. Результаты работы есть, но для города Краснодара нам нужно, конечно, на это акцентировать внимание, увеличивать объемы. Под такой динамично развивающийся город необходимо, конечно, использовать все инструменты развития системы водоснабжения, водоотведения. Этим проектом кольцуем два водозабора. Это водозабор «Витаминкомбинат» и водозабор «Елизаветинский». И в свою очередь, строя трубу диаметром 500 мм, мы по сути
северо-запад и запад города закольцовываем полностью и обеспечиваем водоснабжение с учетом пожаротушения всей той застройки, которая на сегодняшний день там ведется. Этот объект мы уже реализуем на сегодняшний день, мы перед Новым годом к нему приступили. 4 километра сетей мы уже проложили по улице Кореновской. Будем продолжать данное строительство, в первую очередь обеспечивая подключение на улице Кореновской тех застроек, которые будут вводиться в эксплуатацию. В этом году в городе по плану отремонтируют и модернизируют 16 километров канализационных сетей. И по заявлению генерального директора водоканала, в Краснодаре на многих участках сети износились максимально и резервных мощностей не хватает. Поэтому, чтобы поэтапно приводить систему в порядок, компания значительно увеличила объем инвестиционной программы. На Кубани проходит региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года», в котором участвуют 52 педагога. Это победители муниципального этапа конкурсов предыдущих лет. Проводят его в 29-й раз. Еще 15 января в Краснодаре конкурсанты написали метапредметную олимпиаду. Она стала первым конкурсным заданием отборочного этапа. В ходе этого состязания педагоги должны были показать не сколько знания своего предмета, сколько его связь с другими учебными дисциплинами. И также участникам предстоит сделать свою медиа-визитку с выступлением. По итогам выберут 15 лауреатов, которые продолжат участие в очном этапе 31 января. И здесь уже конкурсанты представят методическую мастерскую, проведут конкурсный урок, ну и классный час. А затем уже объявят имена 5 призеров, которые презентуют мастер-класс и станут участниками пресс-конференции. Имя же победителя краевого конкурса «Учитель года» Кубани объявят 4 февраля, который представит регион на конкурсе «Учитель года России». Дата года, я бы сказала, накрывает волной всех будущих молодоженов. На зимний месяц приходится подавляющее большинство красивых дат. Все дело в том, что сочетание одинаковых цифр всегда выглядит красиво. Самые интересные сочетания нас ждут в феврале и в конце года, в декабре. Но, кстати, уже в январе есть 22.01.2022, и выпадает он на эту субботу. Потом уже идет февральская дата, 12.02.2022, но самое главное, зеркальная дата зимы и всего года, конечно, это вторник, 22.02.2022 года. Кстати, из-за того, что этот день будет кануном праздника, он будет сокращенным, ну а следующий, 23 февраля, выходным. К слову, все, что могло сложиться в пользу выбора 22.02, сложилось. Разве что вот сезон. Но и зимние свадьбы, согласитесь, прекрасны. Прекрасно и то, что в ЗАГСе Кубани назвали самые необычные имена рожденных в прошлом году. Выбрать имя для своего ребенка – задача непростая, ведь их огромное количество. И вот некоторые родители называют малышей обычными именами, а другие же, напротив, считают своим долгом назвать кроху так, чтобы удивить всех. В управлении ЗАГСа по краю подвели итоги минувшего года и представили самые редкие имена, которые родители давали своим детям. Среди необычных мужских имен работники ЗАГСов выделили 7. Арджуна Яромир, Ев, Геронима Рикардо, Алимардон, Меркурий, Феодорит и даже Фрол. Ну а вот девочек с не совсем обычными именами родилось больше, и теперь на Кубани живут Велислава, Анидея, Дариана, Констанция, Аннабель, Дарья, Мария, Бьянка, Сесения, Веринея, Лаванда, Мариника, Параскева и Элефтерия. Вот самыми распространенными оказались, так скажем, обычные имена, и стали это Артем и София. День рождения детского телевидения в России отметили 18 января. Дата праздника связана с днем основания в Советском Союзе главной редакции программ для детей Центрального телевидения в 1963 году. Кстати, самыми успешными проектами, которые до сих пор помнят жители постсоветских стран, стали «Ералаш», «В гостях у сказки» и «Спокойной ночи, малыши». Но вообще, конечно, при упоминании детских программ сразу вспоминается детство, проведенное у экрана телевизора. Хорошие герои, за которых переживали все малыши. И всегда ассоциация с чем-то светлым и, конечно же, добрым. Еще один приятный момент этой зимы не только для детей, которые обожают есть мороженое, да и для нас с вами, взрослых. Международный день эскимо отмечают 24 января. Праздник посвящен сливочному мороженому на палочке в шоколадной глазури.
культуре. Между прочим, дата торжества имеет символическое значение. 24 января 1922 года владелец магазина сладостей в американском городе Анава по фамилии Нельсон запатентовал глазированное мороженое на палочке. Он придумал это эскимо в 1920 году, и на эту идею его натолкнул маленький посетитель магазина, который долго не мог выбрать, что ему купить, мороженое или шоколадный батончик. И вскоре после этого случая Нельсон залил мороженое шоколадом и новое лакомство назвал эскимо пай, пирожок эскимоса. Со временем пай выпало из названия и осталось просто эскимо. В Советском Союзе это мороженое впервые начали производить в 1937 году на Московском хладокомбинате номер 8. Ну и, кстати, если вернуться опять в Америку, то в штате Вермонт есть кладбище мороженого. В нем компания-производитель мороженого Ben & Jerry's ставит памятники тем видам, которые утратили популярность или же оказались невостребованными. Ну что, бежим за мороженым, тем более эфирное время программы подошло к концу. Я с вами, как обычно, не прощаюсь, говорю вам до свидания. Меня зовут Екатерина Тарасова, сладких вам, как мороженое, выходных, берегите себя и до встречи на телеканале «Краснодар».